Всем привет! Сегодня готовим дома, и у меня печень щуки. Раньше я к ней была равнодушна, но первый раз я попробовала печень налима копченую. С тех пор я вот стараюсь в магазине найти хотя бы свежую печень или налима, или щуки, покупаю и готовлю. Очень вкусно. Эту печень щуки я отварю и потом обжарю. Добавлю подсолнечное масло, лучку и разложу в специальные емкости для хранения. Подробное описание будет под видео и ссылочка, где можно это будет посмотреть пошагово в виде фотографий. Вот здесь еще с печенью щуки продавались какие-то. Вот они, это вместе все лежало, какая-то еще такая часть рыбы. Я не разбираюсь, может быть, это сердце. Но если продавалось вместе, значит, это, наверное, все-таки съедобное. Вот я ее промыла и пойду сейчас варить. Все, всем пока-пока.